Я зашла в такую прекрасную кафешку, купила себе кофе, как я обещала. $4 стоит вот это. Печенюшки они всякие делают. Карамель, apple, giant cookie. Giant — это такое большое-большое печенье. Оно, конечно, все аппетитное, но я это не ем, вы же знаете. Я себе взяла только кофе. Вот такие пироженки. А смотрите, глютен-фри, вау. Это мы можем с Ванькой сюда зайти. Все, ребятки, я сюда с Ванькой закажу. Thank you very much. Я сюда с Ванькой захожу, и мы тут будем пить кофе. Смотрите, какие столики красивые. Смотрите, какие красивые столики. Так, что тут есть еще? Картинки. Очень приятный интерьер. Видите, вот это сертификат, все как положено. Очень красиво все. А, ты можешь играть вот в эти мангалы какие-то. Все очень красиво. Ой, сейчас попью кофе мое. Оставлю пока телефон вот так. Вау, не ставится. Я взяла медиум. Значит, где мой чек? Сейчас попробую. Горячая, наверное, вау. Вот это специально, чтобы... вкусное кофе. Good coffee, thank you. Good coffee, thank you. Значит, я заплатила $3 за кофе. Вот. Да, 3.24. Вот. 3.24. Ну и что, надо же себя баловать. Вон, видите, я быстренько сниму. Не хочу снимать людей. Симпатично. Пирожные я не буду брать. Не буду я дальше сидеть, я буду идти пить. Вон там я в зеркале. И буду снимать. Так, вот что тут. Цены. Смотрите, симпатичненькая, да? Они, наверное, только его недавно открыли после этого, после ковида. Ой. Бай-бай. Видите? Так. Сейчас осторожно, чтобы я не выключила вас. Monday to Friday с 7 до 4 и в субботу с 8 до 2. Воскресенье с 9 до 2. Видите, тут с 7 можно кофе пить. В 7 утра встал и пошел кофе пить. Так. А тут смотрите.
тут вход в квартиру. А тут вот еще одно есть кафе. С четверга по субботу 5 часов. Ой, а можно тут было, конечно, день рождения праздновать? Что-то я совсем забыла. Ну ладно. Так, reservation required. Окей, зарезервируем. The table называется. Жизнь налаживается, ребятки. Что вам еще снять? Вот этот магазин, ну, всегда закрыт, всегда. Всегда, вот сколько я хожу тут, он всегда закрыт. А вот мы дошли до наших... Ой! Ой! Часы напугали меня. Час дня. Ничего себе! Я хожу, товарищи дорогие. Ничего себе! Сейчас время хлоп и нету, а у меня еще кучу дел дома. Так что я сейчас прямо прямиком иду домой. Буду готовить. Буду готовить. Вот это medicine shop. Medicine shop. Mediterranean kitchen. О, а ну-ка давайте я сюда зайду. Сейчас я посмотрю. О, давайте посмотрим. О, симпатичненько. Помните, я вам рассказывала? Hello. Hello. Смотрите, никого нет. Вязаные изделия. Ага, наверное, человек там живет. Что тут, мясо какое-то, огурцы. Короче, ребята, кухня грязная, звоняет и бабай. Hi. Hi, hello. I see nobody here. You not cold? No, nice weather. Nice? Yeah. Okay. What did you sell here? What you need? Huh? What you need? What you like? I just would like to see, what do you have? This one of them cold appetizer. Uh-huh. I have gyro, kebab. It's the menu. Aha. And baklava. Do you do baklava? Yeah. Oh, nice. Thank you. Mm-hmm. I will take this paper. Yeah. And show my cousin. Yeah. Uh-huh. Maybe we will order something because mm-hmm. I just walk in and around and see what we have yeah. here. Uh-huh. Ah, kebabs and pizza. Okay. Yeah, I write it on the menu also. You originally from Fort Plain? Or you some from other country? No, originally I'm from Turkey. Turkey? Turkey. Ah, yeah. You Russian or? Yeah. Poland? Ukrainian. Ukraine. Russian and... European. Yeah. I have too many. Your I have too many peps in my blood, you know. Yeah. Hungarian also and Romanian also. Yeah. Yeah. Because your face like a R. Uh-huh. Side.
I see you like a Turkish woman a little bit, yeah? From Turkey, Turkey. This song? No, you. Yeah, I'm from Turkey. Turkey. 100%. You 100 Turkey woman from yeah. Turkish. Istanbul? No, Samsun, Black Sea. Black Sea. I know, you I like Turkey. Before? Yeah, Samsung. Yeah. I like. Yeah, Black Sea going to border. Mm-hmm. But how many years you live here? 17, 18 years in the city. Uh-huh. Here, 6 years. In the city, New York City? Yeah. NYC? Winchester. Ah, Winchester. Yeah. You're from Winchester, yeah. And we're from New York City. Here, yeah. 3 years. For we plane. Here, we live here around 3 years, yeah. For plane? Yeah, for yeah. Plane. Ah, I'm not saying before you. 6 years. We move here. Okay. Thank you. You're welcome. I'm taking my coffee. Yeah. Now I know here's Turkey menu from Turkey. Turkey. Menu. Yeah. Meal. Yeah. Menu. 100% Turkish. Yeah. Turkish. Uh-huh. Not Turkish, yeah. Yeah. Oh, actually. Yeah, gyro. Gyro. Yeah. Do you have this one? Mm-hmm. You making? Yeah. Ah, yeah, I see. Mm-hmm. Nice. I always, in the Brooklyn, mm-hmm. I always bought this kind of kebab. Yeah. In Turkish store. Too many there. I like yeah. It. Thank you. Bye-bye. Bye. Да, ребята. Конечно, красиво, но я у нее покупать ничего не буду. Она очень неопрятная и очень и очень. Это то, о чем я вам говорила. И там очень, ну, пахнет. Нет приятного запаха, понимаете, когда вы заходите в кафе. Я вообще не знаю, как она может оставлять хай. Как она может оставлять это кафе. Ну, хорошо, это я зашла. Вы же видели, там нет никого вообще. Оставила бы она в Бруклине вот так кафе открытое. Опять лошадку слышу. Ну и чё? Не хочет переходить на белый свет. Ну чё, опять нарушать я буду? Не знаю я. Сейчас меня тут... Я не знаю. Thank you. А, вот белый уже, белый. Всё. Так, зашатала я телефоном. Короче, этот светофор то работает, то не работает. То работает, то не работает. Ничего не понятно. Поспешу-ка я домой. В это кафе я не ногой. Видите, какие у меня стихи получились? Поспешу-ка я домой. И в это кафе я не ногой. Это я вам рассказывала, что там беззубая женщина. Да даже пофиг на ее зубы. С каждым может случиться, ребята. Но в кафе должно пахнуть вкусно. Во-первых, витрина очень плохо представлена. Совершенно она не освечивается. Совершенно, в общем, не то, что положено. Все. Иду я спокойно, пью кофе.
кофе вкусное. Сейчас будем проходить возле дом мамы Ходуна. Дед Ходун. Его вообще зовут Хлеб. Бред. Клянусь вам, это его имя. Я уже, по-моему, даже вам рассказывала. Ну, что я вам буду рассказывать? Я вам всякое тут рассказываю. Это Хлеб. Хлеб Ходун. Ха-ха. Туда-сюда ходящий. Только я до сих пор не понимаю, зачем они целлофаном каждый год оббивают. Так как она топить может сколько угодно. Это мама их. У них же, у всех стариков, у них помощь от государства на отопление. В общем, все. И вот такое стражко. Стражко в целлофане стоит целый день. Он еще работает там. Но это дядя. Это не Брэд, это просто какой-то работник. Вот так забьют все и все. Вообще смешно. По-любому ты должен хоть как-то проветривать же, правильно, дом. У нас круглый год окна приоткрыты. Ну вот, пришла я почти. Ой, а скоро наступит тот долгожданный день, когда я повытаскиваю все свои украшения елочные, все елки, все гирлянды. Обкручу все, что можно, огоньками, дождиками, игрушками и всем, чем только можно. Ой, не только у меня цветы вянут, люди. Это такие цветы, которые вянут и все. Вот дом, мой милый дом. Дом, мой милый дом. Ой, пришла я, находилась. Так. Тут я ничего не вскапывала. Ну и чё? Ну и нафиг вскапывать. Вот тут, видите, разрыты, подрыты. Ну, я все гэ удалила. Все, не хочу говорить о спатике, потому что он меня бесит, бесит, бесит. Видите, пусто, никого нет нигде. Никого нет нигде. Вот когда меня нет... А вон, Шварси запрыгнула. Шварси меня услышала и запрыгнула. И вот этот идет, видите, вон он там, вон. Как вы думаете, откуда он идет? Хоть убей вот этого кота. Вот хоть прибей его, да? Вот хоть прибей этого кота.
Угу. Ты где спал? Так, сейчас будем проверять. Ой, кофе свой оставлю. Сейчас. Сейчас я быстренько достану ключ. Мы с вами быстренько проверим все пакости, которые этот животный наделал. Так, вот оно. Вот оно, хозяйка пришла. Уже надо лезть, да? Вот уже надо лезть, ломать мне жалюзи. Вот надо лезть. Ну-ка, быстренько. Так. На месте все, ребятки, все на месте. А где же тогда оно спало? Тут шерсти нету. Нету. Тут. Тут шерсти нету и не может быть. А где же оно спало? Животное такое. Может быть, он просто сидел возле окошка? Скорее всего. Так, слопали всю консерву, молодцы. Откуда-то он пришел оттуда, да? Вы видели, свидетели. Но, слава богу, не лез. Все, ребятки, начну я действие. Сейчас я сначала все буду мыть, потом буду готовить мясо. Встретимся позже, люди дорогие. Всем-всем-всем всего хорошего. Всех ценю. До связи.